китайский навигатор Пионер. Модель на нем написана PA-704. Тут вот даже написан какой-то вот там серийный номер, вольтаж. Еще раз эта модель написана. Он у нас включается и после включения выдает ошибку. Ошибки могут быть разные. Это может быть ошибка реестра, это может быть ошибка прошивки. Ошибки всегда разные. Это могут быть ошибки реестра, ошибка операционной системы, ошибки железа навигатора. То есть всегда разные. Вот в нашем случае какая-то PMP-EXE ошибка. Вот, это как бы обычно ошибка, связанная со сбоем операционной системы. Что мы должны сделать? Мы должны его прошить. Прошивку под эти навигаторы найти крайне тяжело, по той причине, что они все разные. То есть может быть написана модель одна, а по факту это могут быть совсем разные навигаторы. То есть железо может стоять совершенно разное. Я вам сейчас покажу, как разобрать его, чтобы посмотреть маркировку платы, чтобы узнать точную модель нашего навигатора и точно подобрать прошивку. Значит, что нам нужно сделать? Откручиваем болты, если они есть какие-то видимые. Повторяю, у вас он может быть другой, они могут быть 5-дюймовые, 7-дюймовые, 8-дюймовые и так далее. И расщелкиваете его по кругу, находите самое слабое место и чем-то плоским, типа лопатки. Я вот медиатором разбираю, расщелкиваю. Не знаю, будет вам видно, нет. Просто, чтобы защелки разошлись. Как вы будете разбирать, это уже отдельная тема для разговора. Лучше, конечно, доверить это дело специалистам, чтобы не сломать ни дисплей, ничего. Расщелкнули осторожно, тут же есть дисплей. И что нам нужно? Так, нам нужно будет вот эта вот маркировка. Прошивка подбирается вот по этой маркировке. Сейчас я вам ее поближе покажу. Вот мы видим нашу версию прошивки, нашу версию платы. Плата у нас с маркировкой M26 18 V1.51. Видим здесь количество памяти оперативной, количество памяти внутренней, что он с FM. Это тоже достаточно важная информация по той причине, что иногда нужно подбирать. То есть маркировка платы может быть одной, а память может быть 2-гиговая. Оперативки может быть 64. Прошивка может оказаться другой для этого аппарата. Вот так мы находим маркировку платы, а по маркировке платы на компьютере мы уже будем искать прошивку. Я вам в общих чертах покажу, как она примерно ищется, а дальше все по-разному, никогда практически не повторяется. Прошивки всегда разные, этих аппаратов сотни, не десятки, реально сотни. Я знаю заранее, что у этой платы процессор будет M-Star. Мне нужно будет искать прошивку, они могут быть универсальны для платформы M-Star. Перейдем к компьютеру, я прям в двух словах там покажу и на этом закончим. Забиваем нашу маркировку, которую мы нашли на планшете, на навигаторе в данном случае, M2618. Кстати, вот точно так же и по китайским планшетам, здесь Samsung N8000, поделки и так далее. Прошивка также точно ищется. Разбираете планшет, ищите похожую маркировку, где будет написана какая-то буква, несколько цифр, букву V, то есть версия, и дальше версия там, 1.01, например, 1.02. Также точно на планшетах. Вот в данном случае на примере навигатора. Просто в Google, просто в Яндекс забиваем нашу модель, которую мы нашли. Открываем сайт 4PNA. И PDA, PNA, это сайт по навигаторам. Видим, что открылся сайт у нас для процессора FM-Star. Забиваем ему в поиск нашу модель. И вот видим, что кто-то просит прошивку. Ниже читаем, ниже ищем самостоятельно. Находим прошивку, скачиваем. Ну вот ему дали прошивку на Яндекс, например. Скачиваете ее, а дальше прошиваете по обычному сценарию. Первым кладете файл OPD, если он есть в прошивке, потом все остальные на чистую отформатированную карту памяти размером там гиг 2, не больше. Это отдельное видео, я уже 1000 раз их снимал, нет смысла опять повторяться. С планшетом все то же самое. Находим прошивку, находим способ прошивки там через FlashTool, либо если на Allwinner, через Phoenix Ute. Ну ладно, в общем, прошивку сами разберете, я вам просто показал, как искать. Иногда вот на файлообменнике выкладывают, видите, нашу прошивку сразу положили на файлообменник. Видим, похоже, что наша память, про которую я говорил, встроенная память, ну, оперативно встроенная память, и качаем этот файл. Ну, это ладно, к делу уже отношения не имеет. Вот, я думаю, что вы самостоятельно с этим всем делом разберетесь. По планшетам, если нужно найти прошивку для планшета, есть хороший сайт nidron.com, по-моему, или .ru, ком, по-моему. Там много прошивок, также точно они ищутся по вот этой маркировке. Вот так ищутся прошивки для китайских планшетов, китайских навигаторов, безымянных. No-name они называются, либо подделках под Пионер, либо подделках под какие-то известные бренды. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.